ничего. Если у меня не получится, ты потом поможешь. Не останавливайся, ты сам же здесь едешь. Гимночи! Когда робот нужно убегать, который взрывает. Друзья, всем привет! Всем привет! Привет! Приветствуем вас на канале Cool Twins. И с вами, как всегда, папа Миша, Лёша и Дима. И мы для вас подготовим сегодня обзор игры Subway Tug. Если кто помнит, раньше она на телефонах была, нужно было прыгать на вагончики и тому подобное. Игру мы скачали не в App Store, а обошли App Store, скачали на другом сайте. А когда я был маленьким, играл на своем телефоне, это вот это вот только старая версия. Да, это более новая, которую мы скачали на другом это сайте. Это какого года? Подожди, на котором вы можете ознакомиться у нас на канале. Есть видео, как мы скачиваем. Посмотрите платные игры, которые мы вообще бесплатно скачиваем. Если думаете, всем будет понятно. А какого года игра, Лёш, я честно тебе не скажу. Давайте для начала вы проведете обучение. Покажете, как здесь, что нужно делать. Обучение. Повторите обучение. Это вот тут, да? Сейчас посмотрим. Или стрелочки, или вот эти вот. Потому что здесь не так просто, как... Стрелочки работают, да? Да. Отлично, пробуй. Так, прокатиться по рейкам. По рейлам. Плюс один. Пробуй. Дай Дима пусть прокатится. Лёш, ну зачем же ты? Оставил бы Диме хоть один. Давай задание. Димон, попробуй, покатайся по рейкам. Да, получается. Ну, смотри, как круто. Дима, это. Стрелять пробел. Здесь он может даже стрелять. Оп. Ой, яблочко. Оп. Порядочно. Оп. У него как самонаведение идет по целям. По ближайшему. О, он лежит! Да, автоматически наводит. Давай, Дима! Подойди ближе, подъедь к той цели, чтобы выстрелить. Вот. Все, есть. Дай. Так, основной выстрел. Когда баллончик загорится, нажимай и удерживай пробел. А как? Нажимаем, удерживаем. И старт. Ну и сразу несколько уничтожим. Зажимай, пробел, зажал, отпустил. Сейчас еще. Ну дайте мне тоже. Ну давай попробуй, зажимай пробел, отпускай. О, мы по рейкам едем. Уничтожим. О, все? Да, нужно пройти три волны. Дима мешал. Первая волна, нужно стрелять. Зажимай пробел. Можно не зажимать, можно быстро делать, но только возле цели. Давай к цели. На. Отлично. Ну. Три волны. Да. Давай. Стреляй. Получай. Есть! Отлично. Скоро третья волна. Наступает третья волна, тебе три волны нужно продержаться. Вот там за кустами. Ой, а это что? А как надо? А? Я знаю. Я сам буду. Пробел. Не забывай. О, ящик, блин, ты уничтожил какие-то. На. Иногда нужно быстрее просто нажать, чтобы есть. Пройти по высоте. Дима, твоя очередь. Просто ты мне когда-то помнишь. Если ты потеряешь все здоровье, забег окончится. Остановить здоровье помогут особые враги. Вот такие, да. Сердечком это восстанавливает тебе здоровье. ХП? А кто Кто нам убивает ХП? Ну, сейчас узнаешь. Сейчас придет дядя плохой. Вон он бежит, охранник. Ты теперь не должен останавливаться. И видишь, роботы эти взрываются. Когда ты наезжаешь в их радиус, они взрываются. А, надо это... Стреляй, стреляй, нельзя останавливаться тебе. Стреляй в него. Обляпайся сейчас. И уничтожай ботов. Ну, роботов. Дима, ты... К роботам тем едь. Дима, ты не знаешь?
Да, вот. Он не вообще ничего не знает. Он все знает, все у него получается. У него ХП, во, получается. Ну ничего, если у него не получится, ты потом поможешь. Давай, затешивай. Стреляй, Дим, пробел. Тебе нужно вот этих роботов уничтожить. Нет. Дима. Все. Давай, я тебе помогу. Получай. Ну что ты не тыкнул? Тебе просто нужно было тех роботов уничтожить, а ты катался с ним. Ну ничего, зато учился ж, правильно? Он не научился. Научился. Ну что, попробуем игру саму? Улучшение. А потом улучшение. Насобираем монеты. Так. Что здесь нужно делать? Собрать усиление 3. Ну давай, пробуй. Это, бля. Это Лёша на? Ну да, ты же проиграл, теперь Лёша. Стой. Опа. Так, нужно сделать 5 комбо и больше. Стрелять нужно в знаки. Вот, давай дальше. А, вот этот охранник. Так стреляй ты в него, что ты на него смотришь? Нужно стрелять, пробелом стрелять, не отходи от него. Если он рядом, все, у тебя жизнь забрата. Ты должен всегда ездить, понял? Не останавливаться на месте. Он должен набляпаться. Да, без зрения 4... Ну, там, уходи, он даже слепой может тебя словить. У тебя одна уже жизнь осталась. Видишь, там кричал на Диму, а у самого не получилось. Видишь, Лёш, не надо на Диму кричать. У тебя же так же само может получиться. Мы все здесь одинаково играем. Одну задание сделано. Собрать 3 усиления нужно. А как усиление? Узнаем. Не нравится игра. Нравится? Вот да, этого дядьку не нравится. Но она немножко сложная, ты видишь? Это дядька какашка. Опа! Капец! Опа! Еще одного робота нужно. Есть, робота уничтожили и осталось усиление, да? Это ботка. Нужно уничтожить его? Усиление. Вот, наверное, магнит. Да, это усиление. Магнит это усиление. Вот, наверное, и два это усиление. Еще одно нужно усиление собрать. Давай я. Ну, это же моя попытка. О, пес его. Спит. Старый. Старый пес спит. Так, еще одно усиление нужно. О, там это знак надо встроить. Так, вы видите где-то усиление? Где-то? Должно появиться. Давай помолчим. Давай он босса пляхаем. Давай синим вот этим, что он обсыкает. Да. Ну синее это что? Зажимаю пробел. Опасно. Вот. О, есть. Все, мы прошли все задания выполнили. Круто. Давай подряпаем ему что там будет. Опа. Давай. Вот. Что-то летало такое. Это собака? А это его собака. Проснулась? Не, помогаю. Уже 4000. А, вот он. Она летает. Капец. Она мешает нам. Вот там эта собака. Надо обляпать. Я обляпал ее краску, но одну жизнь потерял. Ура! Что это? Смотри. Это босс? Да, это собака. У нее собака. Давай зажму пробел. Собака сбежала. Бежала собака. А вот он поджидает нас. Уже обляпал. Нужно его до конца отпляпать. Мне кажется, нужно подождать собаку, когда она выйдет. А как этого босса этого победить?
что это за мотка? Там все как было. Так. Супер. О! Вот. Роботы, которые ездят на море. Опасные. Ну что, бляпка чего? Ой, у нас пробел нужно. Новый дом за волну. Волна. Собака. О, собака пришла? Да. Да, во-во-во. Сейчас мы попробуем ее уничтожить. О, мы летаем, смотри. Собака! Во-во-во-во-во-во-во, там. Она тоже летает. Бух. Сколько у нас собак? А если очень много пробел нажимать? Вот. Ну я нажимаю, он вот стреляет. О, иди к собаке. Вот она. Она сейчас в будку пойдет. Вот она, это собака. Вот она бежит. Ого. Нет, еще разочек на этом стене. Есть! Она взяли, ого. Во, во, смотри, ХП. Ага. Ого, я далеко уже дошел. Пойдем. На. Честно, у него есть жизнь или нет? Да, есть! Да не, мне кажется, у него нет, это у собаки есть. У него вроде не нет. Бум, краска обляпали. И роботы. Роботы нас преследуют, а, и он здесь. Смотри, что он делает, он злой. О, поранил. Да, такая интересная игра, да? Нет, ты уже долго. Так я не проигрываю, ну давай ты играй. Без проблем, пробуйте. С Димой меняйте. Давай, давай, магни там собирайте монетки. О, опасно. Робот, наверное, подтолкнул. Ура! Мы добрались. Ну ничего, наверное, о, мы что-то сделали. Открыли. Часть наряда открыли. Нужно еще. Это за то, что мы собаку уничтожили, нам дали часть наряда. Попробуйте еще разочек. Да. Ну давайте. А где сюда играть? Мы сейчас узнаем. Играть еще раз. Давай. Сейчас будет боссик. Так, продержаться 80 секунд. Ого. Ой. Ляпай его с него. Ляпай. Опа, облапал. Давай. Так, набрать 600 очков за робота. Рейка, рейка. А, ну еще у меня есть рейка. Давай, едь, не останавливайся. Ты сам же съедешь. Дима, ну зачем? Когда робот, нужно убегать, который взрывает. Дим, зачем это? Лёш, ты должен остановить. Это ты делаешь. Не кричи на брата. Так, Дим, сейчас я ему флешку. Флешку? Давай, давай ему флешку запустим. Очень. Да. Есть. Открыть. Отлично. Бегай. Когда робот же взрывается, нужно открыть. Дай ему флешку взорвать, ты мешаешь. Сюда, ай, мы убегаем. Ой-ой-ой. Дима, он сейчас нас поймает. Дима, ну ты... Смотри. Опа, ты обляпал. Я... А это я его флешкой? Да. Окей, спасибо. Видишь, внизу показывается секунды до окончания волны. Если вы не уничтожаете вот... ХП. Если вы не уничтожаете робота, вот 6 штук написано, то вы не получаете бонус за волну. Осталось 14 секунд. Мы еще 6 роботов.
это быстрее. Где пошли? Так. А! Ножи достал. Где? Леопольд! Так, волна четвертая. Здесь нужно уничтожить 5 роботов. 40 секунд. А, все. Ну ничего страшного. Как вам игра понравилась? Да. Будете еще потом тренироваться? Да. Дим, если тебя я жизнь это пропустил. Да вы вместе играли, ничего страшного. Мне тоже не получалось. Ладно. Ребят, если вам понравилась данная игра, ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на наш канал. И смотрите за дальнейшими нашими обзорами. Ну а мы будем прощаться и готовиться для следующих обзоров. Пока-пока. Пока-пока.